Мне очень понравился проект, это нужный проект, потому что художники, они, как правило, люди не публичные, и их надо представлять. Популяризация такой, скажем, темы, как вот художники Башкирии, это очень хорошее дело в плане того, что ну, музыканты, может, даже больше известные, какие-то политические деятели больше известные. Художники, люди такие, скажем, не мелькают, скажем, на экранах, как-то это, скажем так, они широко известны в узком кругу. Но, как бы, ну, кроме профессионалов, хотелось бы, чтобы и обычные люди их знали хорошо. И не у всех есть возможность ходить в залы. Где-то есть выставочный зал, где-то нету. А людей живет много в Башкирии, скажем, и не только в городах, а в селах. Своих даже учеников спрашиваю, каких вы художников знаете, но они еще затрудняются ответить вообще, скажем, про художников в целом, скажем, даже российских, русских, старых наших, именитых, там, Репин, Васнецов. Ну а тем более своих художников городских, художников уфимских, там, ну, не знаю, башкирских. Это же и видеть, как они пишут, как они учиться у них, это очень важно. Конечно, важно для всего населения. Надо приобщать людей к культуре. И детей в том числе, и самим тоже как бы приобщаться к культуре. Концерт был прекрасный, замечательный. Особенно, ну, я вообще любительница голосов, поэтому мне понравились артисты. Руслан Сайфутдинов, я его уже неоднократно слушала. Это вообще прекрасный голос, действительно обладатель титула «Голос мира». Ну, в общем-то, девушка вот красиво пела, Евгения Сафина, и Вероника тоже замечательно пела. Ну, вообще все здорово пели, и Рамиль. Все было замечательно, прекрасно.